В пятницу во дворце спорта имени Балуана Шолака состоится показ сказки на льду «Ледяное сердце». Феерия будет проходить в течение 3 дней с 8 по 10 января. В нем примут участие юно-алматинские фигуристы. Всего в постановке задействованы 25 спортсменов. Она состоит из двух частей. Кроме того, в этом шоу будут выступать и представители казахстанского шоу-бизнеса. Хочется для них создавать какие-то условия, чтобы дети не просто приходили на тренировку с утра и посвящали все свое свободное время физической нагрузке, но чтобы они видели, ради чего это они делают. Вот. На самом деле дети все наши, они получают от этого огромное, колоссальное удовольствие. Они просто счастливы принимать участие вот в таком проекте. Всего запланировано 6 выступлений по 2 в день в 12:00 и 17:00 по местному времени. Режиссером-постановщиком ледового спектакля стал тренер Азат Жабелов, а также с участниками работают известные отечественные специалисты, главный тренер сборной Казахстана Куралай Узурова и Айгуль Куанышева. Все собранные средства от проекта пойдут на покрытие расходов по организации.